На левый бок. Освобождаем полость рта. От слизи. Трава, посторонние предметы. Также носовая полость. Потом существует S-образная трубка для дыхания. Катетер. Начинаем реанимационное действие. После освобождения освободили. Начали реанимационное действие. Один вдох. Маска. Два качка. Да. 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 Нельзя давить дно. Да, на живом нельзя, поломаю ребра. 30 качков, 2 вдоха. Частота до 100 в минуту. Подал, слава богу, признаки жизни. Переворачиваем на бок. И человека удерживать. Поэтому при том, как на бок мы перевернем, после того, как придет сознание, он еще будет плыть, чтобы не побился. Бывает какая-то разная поверхность, не только песок, на камнях и так далее. Он будет в шоковом состоянии, будет плыть. Мы просто придержать. Скорая помощь. И скорая помощь. Вызвали бригаду скорой помощи. Спасатели делают реанимационные мероприятия до прибытия скорой помощи, и только врач констатировал, хватит, тогда мы прекращаем. Сегодня сотрудниками Главного управления Державной службы чрезвычайных ситуаций было совместно с волонтерами Запорожского медуниверситета, сотрудниками Запорожской водолазно-спасательной службы проведен был рейд по центральному пляжу города Запорожья. Было показано показательное выступление для людей, которые отдыхают на пляжах города Запорожья, по спасению утопающих, оказание первой медицинской помощи при утоплении. Вот. Также была проведена агитационная работа сотрудниками Главного управления и волонтерами Запорожского медуниверситета. С отдыхающими пляжа были розданы листовки, памятки, были рассказаны действия, как вести себя на пляжах. Такие рейды проводятся с целью для того, чтобы жители города знали поведение на пляжах, в местах отдыха. Вот, для того, чтобы предотвратить гибель на водных объектах, каждый год, каждое лето, да, перед началом сезона сотрудниками Главного управления ДСНС проверяются пляжи, готовность их к сезону отдыха. Вот, проверяется наличие спасательных постов, оборудованы ли полностью, вот, проверяются обучение, обучены ли спасатели, то есть потом открываются пляжи, мы спокойны, пляжи готовы. Вот, проводится также с сотрудниками Главного управления, проводится тралка дна, удаление водорослей, чтобы люди могли полноценно отдыхать на городских пляжах.
сейчас объявят, он по громкой связи, пожалуйста, будьте добры. Сегодня прошел рейд, волонтерский рейд совместно с МЧС и спасательной городской водолазной службой по обучению людей, значит, оказанию первой медицинской помощи на воде. Рейд прошел как бы успешно, человека подняли с воды, реанимировали, условно это все, конечно, реанимировали. Перед началом сезонного купания обратитесь к врачу, проконсультируйтесь о состоянии своего здоровья, так как нахождение на солнце, после солнца резкий перепад, окунаясь в воду, это может оказать негативное влияние на ваше здоровье. Акция проходила как волонтерское движение. Для нашего университета, ну и, собственно, для нас это не впервые. Каждый студент нашего вуза принимает участие в подобных акциях. Сегодня мы рассказывали отдыхающим, как нужно себя вести в чрезвычайных ситуациях, например, при утоплении. Наглядно работниками Министерства чрезвычайных ситуаций было показано оказание первой медицинской помощи. Цель нашего волонтерского движения была донести людям технику безопасности на воде, порядок оказания первой неотложной помощи. Ну и если удастся спасти хоть одну жизнь человеку, который попал в беду, ну это для нас будет большим достижением.